Тень деревьев, легкий ветерок и свежесть от водоема. Уникальный уголок природы в мегаполисе. Зона отдыха «Дубки» – одно из любимых мест отдыха жителей Кировского внутригородского района Самары. В центре дубовой рощи – озеро, где бурлит жизнь. Есть и лягушки, и рыба. Ее в водоем запускают самарцы, и утки прилетают каждое лето. Чтобы пернатам было комфортно и жителям ближайших домов отдыхать приятно, активисты вышли чистить озеро. Нехитрый способ очистки озера. Без специальной техники, но для маленького водоема весьма эффективный. Главное приспособление – грабли. Вот так, весело и с огоньком. Берем и загребаем упавшие за зиму ветки и тину. Такие экологические акции в Дубовой роще проходят регулярно. Озеро очищают общественные советы двух микрорайонов и депутаты городской думы и райсовета. Народные избранники вместе с жителями благоустраивают район. Теперь первостепенные задачи территории решаются быстрее. Все просьбы под контролем и в исполнении. Разные просьбы бывают. Бывают просьбы от самых-самых мелких до самых крупных. Произвести асфальтирование, произвести замену каких-то наземных конструкций. Сейчас в данный момент мы ходим, исследуем, как мы тут будем реставрировать клумбы, будем сажать цветы. Одни из самых активных участников акции – юные волонтеры. Они с легкостью отказываются от виртуальных компьютерных игр в пользу реальных дел. Мы стараемся для них, и они видят эту отдачу, в свою очередь помогают нам. Очень хорошо помогают подростки. Вот все говорят, ой, молодежь, у нас в 12 микроне вот такая молодежь. Вот, попроси, и все сделают. Тут я помогаю природе, своему краю родному, Самаре. Зону отдыха продолжат благоустраивать. На следующей неделе займутся покраской качелей и лавочек на детской площадке. А жители будут ждать, когда прилетят утки на чистое озеро, которое возвращается в привычные берега. Уровень воды в обмельчавшем несколько лет назад водоеме вырос на метр. Озеро вновь оживает. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.